Приветствую всех на моем канале. Сегодня у меня видео на очень актуальную сейчас тематику. Покажу, как сделать антисептик своими руками в домашних условиях. Необходимость этого продиктована тем, что в магазинах сейчас достаточно трудно найти и купить антисептик. Все его раскупили, а новые партии еще не привезли. Тем не менее, эта вещь очень полезная в хозяйстве. К тому же сейчас, в период эпидемии, необходимо иметь антисептик дома и использовать его по назначению. Покажу два рецепта. Один из них более эффективен, другой менее эффективен, но тем не менее делается из ингредиентов, которые может добыть каждый. В обоих этих рецептах главным действующим веществом является спирт. Именно он будет убивать вирусы и бактерии, с которыми мы неизбежно встречаемся, посещая общественные места. Именно он будет их убивать. Оба эти рецепта делаются в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Соответственно, они проверены и доказали свою эффективность в многочисленных исследованиях. Итак, перейдем к первому рецепту. Для него нам понадобится спирт. Можно использовать как этиловый спирт, так и изопропиловый, в зависимости от того, какой спирт вы можете достать или какой у вас есть. Самогонщики могут использовать спирт, который они делают сами. Можно даже использовать так называемые головы, которые являются побочным продуктом любой перегонки. Обычно они либо выливаются, либо используются в хозяйственных целях. Вот можно их сохранить и использовать для изготовления антисептика. Оптимальная крепость спирта, которая лучше всего убивает вирусы и бактерии, это 70-75%. У меня вот есть 400 мл 96% спирта. Его надо будет разбавить до желаемых 70-75%. Здесь примерно 90 мл воды. Вливаем сюда. Следующим важным веществом, которое нам сюда необходимо добавить, это глицерин. Он нам нужен в качестве увлажнителя. Как известно, спирт, он сушит кожу, и при частом использовании спирта в качестве дезинфекции рук кожа на них может сохнуть и даже начать трескаться. Чтобы этого не допустить, мы добавим 20 мл глицерина и избежим такого неприятного последствия. По желанию можно добавить какую-то отдушку, которая сгладит спиртовую резкость. Для этого можно использовать эфирное масло с любым ароматом, который вам нравится. Добавляем пару капель. Закрываем и перемешиваем. Также этот рецепт можно немного улучшить, сделать его более натуральным и щадящим кожу рук. Не зря у меня на столе стоит алоэ. Как известно, это одно из часто используемых растений для создания различных увлажняющих средств для кожи. Можно взять один листик алоэ и вместе с нашим антисептиком размолоть в блендере. Вот такая жидкость красивого цвета получилась. После этого ее можно разлить по флаконам и использовать после каждого посещения общественных мест. Единственное, если вы планируете использовать какие-то дозаторы, спреи, распылители, то антисептик этот лучше профильтровать через ватные диски, поместить в воронку и пропустить через них, потому что от алоэ все-таки остаются какие-то мельчайшие частицы, которые могут забить ваш дозатор. Теперь расскажу о втором рецепте. Он является менее эффективным, но тем не менее делается из
более доступных ингредиентов. Вместо спирта мы будем использовать обычную магазинную водку крепостью 40%. По последним исследованиям, спирт крепостью даже 30% эффективен против коронавируса. Единственное, увеличивается время, за которое он его убивает. Соответственно, при использовании водки протирать руки таким антисептиком надо чуть дольше. Я думаю, полминуты будет вполне достаточно. При таком времени эффективность водки будет сопоставима с эффективностью более крепкого спирта. Соответственно, также берем пол-литра водки, добавляем 20 литров глицерина, одушку алоэ по желанию, по наличию этих ингредиентов у вас. Все это перемешиваем и используем. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, если находите его полезным. Используйте антисептик каждый день после посещения общественных мест. И все у вас будет хорошо. Не паникуйте, будьте здоровы. Пока!